какие приспособления для шитья точно стоит купить. Конечно же, обязательно наперсток, потому что если вы сметываете, много сметываете, наперсток вам пригодится. Рекомендую вам такие сеточки для катушки. Они помогают ниточки раскручиваться равномерно, и стежок у вас всегда будет идеальный, перфектный. И следующий предмет — это ножницы для раскроя тканей. Желательно зайдите в магазин и примерьте, чтобы вам было удобно в руке. Они есть по размерам, и возьмите те, которые вам идеально подходят, с которыми вам удобно. Также рекомендую вам приобрести вот такую линейку. Она для пэтчворка, но очень удобна для того, чтобы, например, раскроить косую бейку или другие прямые элементы вашей одежды. Оно сделано из такого пластика, он практически не скользит, вам будет удобно с ней работать. Вы покупаете один раз и пользуетесь всю жизнь.